Друзья, перед вами сегодня выступает группа Labir Band под руководством. Спасибо за теплый прием. Меня зовут Евгений Ревнюк, и состав назвал я Labir Band, потому что здесь зашифровано название лаборатория. Но сегодня прозвучат пьесы в духе таком фьюжн смуз джаз, ближе, наверное, к американской музыке, авторского сочинения. И открыл концерт открылся пьесы Килиманджаро. Сейчас прозвучит пьеса «В открытом океане». Thank you.
Тимур Некрасов, саксофон. Константин Кокорин, гитара. С процессором. Алекс Заволокин, бас-гитара. Шестиструнная, а также еще одна шестиструнная. Да? Федор Андреев, ударный инструмент. И Евгений Ребнюк, клавишный рояль. Еще раз спасибо за такую поддержку нашей авторской музыки. И сейчас выходит на сцену наш гость, играющий как минимум на трех или четырех инструментах. Сегодня здесь прозвучит труба, флюгельгорн и гитара. Александр Поздеев, мультимузыкант. Итак, пьеса под названием «Загадка». Я ее перевел как пазл.
Вы еще увидите Александра в следующих пьесах. Теперь прозвучит легкий экстрим. Thank you.
Следующая пьеса имеет такой лирический характер и отличается от этих динамических предыдущих пьес. Изначально называлась, имела очень загадочное название, которое звучит «Грех олигарха», а теперь она будет называться «Калифорнийская зарисовка». Слушайте и наслаждайтесь. Thank you.
заключение первого отделения прозвучит зажигательная композиция «Три лепестка». Thank you.
Спасибо. Через небольшой перерыв мы вернемся к вам, так что подходите, кто заинтересовался музыкой. И приятного отдыха. Спасибо за поддержку. И мы продолжаем наш Fusion School Jazz концерт. И сюрпризом сейчас выступит для вас начинающая талантливая певица, очень молодая, Ирина Николаева. Ну, уже известна по выступлениям в этом клубе. Встречайте, Ирина Николаева. Summer Night. Red Summer Night. Добрый вечер, дорогие друзья. Особенно тем, кого мы впервые видим на нашем концерте. Очень рады видеть тех, кто вновь пришел к нам. Постоянные гости, спасибо большое. Будем рады одаривать вас приятными композициями. Спасибо, что вы здесь. Thank you.
И мы провожаем ее поддержкой и аплодисментами. Сейчас прозвучит «Тропинка к морю». Эта же пьеса имеет название «That was yesterday». Это было вчера. Thank you.
Алексей Заволокин, мастер басовых ног. Тимур Некрасов, тенор-саксофон, соло. Федор Андреев, ударные инструменты. И Александр Поздеев подключается на гитарном инструменте. Пьеса под названием «Притча». Thank you.
Огромное спасибо. И в завершении, почти в завершении, осталось две композиции, если вы не устали. Это более в таком калифорнийском смуз-джазовом стиле пьеса под названием «Южный драйв», «Соул драйв». Ну, в народе ее нарекли «Южный поток». Константин Кокорин присоединяется к нам. Александр Поздеев прощается с вами, по-моему. Но в заключение появится опять. Он не прощается, я извиняюсь. Присоединяйся. Thank you.
«Кавказский джигит» на ахалтыкинском скакуне. Это последняя композиция. Thank you.
гимн на Балтийском скакуне. В нашем видении, так сказать. Ну, на этом концерт подошел к логическому завершению. Thank you.